второй день такой же, как первый, как последний. Но завтра будет еще сложнее. Сегодня завершился второй день наших отборок. И у нас осталось совсем немного отборочных раундов. Буквально завтра с утра у нас будет квалификация у юниоров в дисциплине скорость. После сразу же начнутся финальные забеги. Начинаем с подростков и заканчивая самой возрастной группой. Это опять же такие юниоры. Хорошая новость, будет онлайн-трансляция в 9:00 завтра по тюменскому времени. Подключайтесь на канал YouTube агентство спортивных новостей «Тюменская арена». Там будут все забеги. Я хотел вам кое-что сказать, ребята. Вот вы не правы, то, что вы не пришли сегодня на соревнования. Сидите дома, катаетесь на лыжах. Может быть, где-то к бабушке пришли в гости, я не знаю. Но вы не правы. Праздник скалолазания таких масштабов не каждый день в Тюмени. До следующих встреч. Мне Лавзов три раза руку пожал. Было классно. Все отлично. Ждем рекордов и новых побед. Приходите на соревнования.